Привет, дорогой друг, с вами Даризи, и давно у нас не было блокпоста. Надеюсь, ты меня поддержишь пальцем вверх и подписываешься на мой канал, если ты хочешь больше блокпоста и вообще игр ВКонтакте. Я надеюсь, ты это сделаешь. Вообще, давно игр ВКонтакте у нас не было. Тут обновление вышло. Блин, давно, у меня просто не было времени все это прострелять. Смотрите только, сколько тут всего интересного. Вау, очень много кейсов. Так, кстати, давайте, у меня же есть, по-моему, какой-то кейс, мы можем открыть. Много новых заданий. Очень много заданий. Так, я выбрал штурмовиком выбить нужно. Но тут есть другие задачи. 500 фрагов попаданием в голову, 300 фрагов из пистолета, 1000 фрагов из снайперской винтовки. Блин, ну реально круто. Реально очень круто. Можно играть, играть и заигрываться. Ладно. И я хочу посмотреть. Так, мои кейсы. Вот, я могу открыть этот кейс. Давайте это и сделаем прямо сейчас. Тут может крутой выпасть. Ух ты же, елки-палки. Давайте открываем кейс. Что нам может выпасть? Подожди. Вы получили керамид? Да ты шутишь, да? Блин, это типа самое крутое оружие или нет? Или это мне показалось? Керамид. Теперь я могу одеть. А вместо чего? А, это вместо лопаты, да? Керамид. Урон. Ну-ка, лопата. На 15 больше. Прикольно. Мне нравится, ребят, это классный керамид. Отличненько. Так, что мы еще можем открыть? Можем эти кейсы открыть. Хотя, ну, блин, мне, в принципе, они не нужны. Так, давайте тут еще пошаримся немножко. Для меня это все впервой. Так, за левел. Ух ты. Пистолет, снайперка. Блин, да тут реально крутые кейсы. Задание. У нас мы выполняем какое задание? Так, это подарочное, но можно еще выиграть. 500 фрагов. 500 фрагов, это не в голову нужно. То есть, а задание можно выбрать, к сожалению, только одно. Ладно, штурмовые винтовки также начнем. А, так. Может, какие-то новые серверы появились? В общем, подключаемся, посмотрим сейчас. Так, ладно. Так это крутое, нет, оружие, реально керамид. В общем, спасибо разработчикам. Довольно-таки быстро, мне кажется, копает. Классно. У кого, ребят, еще есть керамид, пожалуйста, отпишитесь. Один ли я такой или нет? Тише, тише, тише. Вообще тут снайперской винтовка хорошо. Я думаю, играть. Кто испортил лестницу? Или это так и задумано? У-ху-ху. Давно. Давно я не играл. Так, а снайперская. У меня тут нет снайперской винтовки. Блин. Блин, ладно. С керамитом быстро можно бегать. Так, перезарядимся. Видео будут не такие уж долгие. Я просто хотел вам показать. Ах ты, ах ты, ух ты. Блин, я не ожидал, что они оттуда пойдут. Тише, тише. Сейчас мы их врасплох застанем. Где они? Можно, конечно, на другую карту пойти. Тут лучше снайперская, мне кажется, винтовка играть. Ух ты, нифига себе, какой туннель. Классненько. Вау, 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 уху. Так, проползаем. Фу, отлично, отличненько. Мы с калашом, да, бегаем? А, у нас керамита нет, мы калаш выбрали. Ладно. Калаш будет помощнее немножко. Сколько туннелей тут? Блин, не пугай меня так. Своя. Отличненько. Пистолет пригодился. Жалко, оружие нельзя подбирать. Убили. Ну, в принципе, хорошо так зашли, мне кажется. Ладно, давайте на другой сервер попадем. Так, ребятки, ну что ж, мы продолжаем. Так, ну, конечно, керамид крутой. Надо будет во все взять. Во все сеты.
Наверное, слишком громко, да, до этого было. Довольно-таки быстро рубит. То есть можно так ямку сделать. Сделаем ямку и будем прятаться. Очень-очень хорошо прятаться можно. Где это мы? Да ты шутишь. Что это такое, ребят? Куда я попал? Какие-то туннели. Ты шутишь, что ли? Это... Что это такое? Я попал в какие-то туннели, ребят. Тут кто-нибудь был вообще? Подземка какая-то. Метро или что такое? Странно. Пасхалка, что ли? Ладно. Все, выкарабкиваемся. Это почему ты такой косой-то? Косоглазый, блин. Отлично. Подобрать можно? Нет, нельзя. Так, ну и где кто? Давайте, ребятки, выползайте. Блин. Ох, ты пробежал. Еще один. Блин. Что так вовремя-то убегаете? Когда я вас стреляю. Я попал по макушке ему. У него будет голова болеть. Пойдем, бро. Затащим их. Покажем, кто тут хозяин. Нафиг. Вот он. Отлично. Блистательно. Замечательно. Ох, какая пушечка. Большая. А-а-а! Он был сзади. Ладушки, оладушки, я все понял. Нужно быть осторожней. Нужно озираться по сторонам. Постоянно. Очень быстро это все надо делать. Нет. Блин, я гоню что-то. Ладно, успокойся. У меня бывают приступы. Тараское дерево. Ух ты, блин, какой шустрый. Ёлки-палки. Палки-ёлки. Ёлки-палки. Блин. Сосредоточься уже. Тихо, не тряси экран. Нифига ж не видно. Ой-ой-ой. Я думал, ты кто-то пробежал. Показалось. Так, ладно, шоколадно. Так, отлично. Блин! Не нервничай, блин. Я не из-за того, что он меня убил. Я вспомнил неприятную ситуацию. Ну ладно. Успокойся. Отлично, один готов. Второй. Да блин, ну перезарядись уже. Ассист. Да как они так меня быстро убивают? Блин. Какое у них оружие? Я думал, у меня мощное оружие, значит, есть помощнее. Давно я не играл в эту игру. М16 и калаш, видимо, теперь не топовое оружие. Не самое топовое. Да. Разучился я играть уже. Надо подучиться почаще поиграть. Спрячемся. Блин. Готов. Ассист.
Блин, ну. Опередили меня. Я только, значит, нацелился. Вот как? Ну же я в него стрелял. Почему я его не убивал? Разброс, наверное, потому что большой. Точно. Потому что я без перебоя стреляю. Нужно короткими очередями. Так, ну и где вы? Да ёлки-палки, да кто меня шмаляет там? Я не вижу его, я не вижу его. Я ни разу не попал, и ни разу не попал. Я думал, это враг. Блин, меня заметили. Меня заметили. Ладно. В общем, это блокпост, игрушка. Похоже на Майнкрафт, кубическая. Кубический шутер, блин. Ёлки-палки. Довольно-таки интересно, хорошо сделано. Думаю, стоит играть. Тем более у нас крутой ножик теперь. Чисто из-за ножика можно теперь играть. Вот, ну, с вами был Дарит, ребят. Ставьте пальцы вверх, будет больше серий. И пока-пока.